sizde dar. Lalar baylara dağat takar kalda bu. Amuncun anakar zablar ladan tarafında. Thank you.
ասաց բոնքը, արձոն գլախութը ազախ խոլքոտ նկկով տեսատուկ, կործես ընրուղս կնձստաններ, նեսին ավարակ բոնքը, ներթոն արձված ընրակ հնձստը ռաստակ ամադուկ, մախիլ արձոն իրոստոն, դա իրոն ադամը սրնը, նախիգանը խարթարթեն ռուղս, կամար կալգանասեք, մախ բաղավ կատտամ, խարթարթեն նկատ ամանանամս, անուստամ մոլ խինատ, իրը մադալթը սեսսըք, мой народ, руководитель ансамбля Атамас Тидеев. Thank you.
яркое солнце, море цветов, красота вечных гор, зелень лесов, свежесть рек, водопадов, скипов обычаи, сила богов. Перед трибуной работники дошкольного и дополнительного образования. Среди них работники Дворца детского творчества. Они поздравляют республику с Днем независимости. Праздничной колонии работники прокуратуры. Праздником, моя дорогая республика! Контрольно-счетная палата поздравляют республику с праздником! Министерство юстиции в праздничном строю! Праздником, дорогие соотечественники! Экономического развития. С праздником, дорогая республика! Праздничная колония Министерства сельского хозяйства. Праздником, дорогие соотечественники! Amaralas'tan Sir Abazlades'te MS'de Ministrat'te Ağla Ministrat'ter Arfa'yı Sallolkan'ı Rab'de Kürestan'ı harcadır.
Авалай да Кост Канен, ама Анува да Сда, да Костал на Республика, Олотка Боза Миня Вастадар. В России Федерации, Ола Министра Димадар, Канес Амбуд, Амархай. В праздничном строю хлебокомбинат. Имена не пекли. Тяжелый день для Южной Осетии хлеб. Праздником, дорогие соотечественники! Идет колония города-героя Кимпал. Ходал на пару, не ждал, на новость не пару, на каждую историю, на дистанции взах, стал видеть по острым лазарным ходам, лад, никого не совсем, урон на джеклад. На фонзах, когда бодр ни крутяни, на фистали, дар орах лад на колес, как барба стоит пар дунет на здании, на фосторнен, и на хандерстер салят. Праздничная колония, Давский район, праздника. Праздничная колония жителей Изнаурского района. С праздником вас, дорогие соотечественники!
Республику поздравляет Снимбальский район. С праздником, дорогая республика! Командой прибыл лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург. Дорогие соотечественники, я впервые присутствовал на нашем выставленном и знаменитом празднике. А буквально месяц назад на нашем большом, которого мы назвали «Русский реактор», присутствовал президент Осетии. Я хотел вам сказать, что в нашем сердцах будет этот самый «Русский реактор». И был услышан весь мир тогда 27 лет назад. Это вы и все мятежные республики, которые не пожелали встраиваться в новое мироустройство, в котором не было места России, помогли президенту России запустить этот самый русский реактор. Я поздравляю вас и хочу вам вручить, уважаемый Тимур, мой друг, этот мотоцикл, который как символ нашего братства, нашей дружбы и нашей борьбы за свободу. Спасибо! Извиняюсь, Анатолий Юрьевич, простите. Thank you.
Сегодня Хитагурова состоится этнографический праздник наследия предков, а в 17:00 в спорткомплексе «Олимп» большой праздничный концерт. Добро пожаловать! Еще раз всех с праздником! Мира и процветания!